Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Вероника, добро пожаловать на канал! И в этом видео я вам расскажу о самых лучших, самых урожайных сортах томатов, которые порадовали меня в 2023 году и которые я, конечно же, собираюсь посадить в 2024. Я в 2023 году снимала видео, рассказывала, что я сажаю 99 сортов томатов, из них я сажала новые сорта, так и старые, любимые. И вот этот сорт относится к новым, называется он «Золотые горы Медео». Очень оригинальное название, родина сорта Казахстан. Вывел этот сорт известный селекционер Виталий Алиферов. Думаю, что многие из вас с ним знакомы. Это томаты-гиганты, индетерминантный сорт, вырастают кусты по 2 метра и выше. Очень хорошие томаты, очень плодовитые, нуждаются в посынковании. Томаты по 300-600 граммов, желтый с розовым румянцем. Очень вкусные, ароматные, подходят для консервирования, для употребления в свежем виде, для заготовок, для сока, для лечо. Томат понравится всем любителям крупных помидоров с изысканным сладким вкусом. Потрясающий аромат, очень сочный, мякоть малосеменная, сплошное томатное мясо. Настоящий томатный деликатес. И я не шучу. В разрезе томат выглядит вот так, чем-то напоминает, мне кажется, фрукт больше, чем овощ. Обязательно попробуйте, всем искренне советую посадить «Золотые горы Медео». Восхитительный томат. А вот это сорт из Черногории, называется он помаранч. Очень интересный, высотой 1,8-2 метра, растет в теплице, листва редкая, сорт скороспелый. Плоды красивой сердцевидной формы, желто-оранжевого цвета с розовыми разводами. Очень хорошая мякоть, двухцветная, вкусная, ароматная. Очень советую посадить сладкие вкусные помидоры. Ну и также хочу упомянуть известный многим сорт Гулливер. Его я сажала уже не первый год, но сажаю из года в год снова и снова, потому что он очень хороший. Итак, куст формируется в 2-3 стебля. Куст невысокий, 70-80 см, очень раннеспелый, около 3 месяцев от сходов до плодоношения. Очень урожайный сорт. И также важным свойством его является то, что он практически не поддается заражению вирусами и грибками. Устойчив томат к таким заболеваниям, как корневая гниль, вершинная гниль. В общем, томаты ничем не болеют и очень активно плодоносят с самого начала плодоношения, с мая месяца и до самых заморозков. Так что советую посадить очень-очень хорошие плодородные помидоры. Вам непременно понравится, берите на заметку. Спасибо за внимание.